кинотеатра «Искра». Несмотря на моросящий дождь и довольно пасмурную погоду, народу очень много. Программа рассчитана на 2 часа, но организаторы обещают, если не будут люди расходиться, если будут вести себя активно, принимать участие во всех конкурсах, то работать для них будут и 2 часа, и даже 3, 4, и, возможно, 5. Очень много конкурсов и обширная концертная программа. Знаменитые, я бы сказала, местные звезды. Всего 5 коллективов. Это хор русской песни «Россияночка», вы сейчас его видите. Это ансамбль русских инструментов «Родник», и взрослый состав, и детский. Это хореографический ансамбль «Видновчаночка». Это методический отдел, это частично театральный коллектив наш, «ТВИД», всеми любимый. Ну и, конечно, народ. Победители, сюда идите. А ну-ка, все участники наши, поднимаемся-ка мы с вами на центр. Сюда идите, милые люди. Конкурсы я не перечислю, потому что это займет, наверное, определенное количество времени, но обязательно это и поедание блинов, это и конкурсы, в которых задействованы метлы, это и бег с блинами, правда, не с настоящими, мы не можем себе позволить уронить хлеб на землю. Это и столб, это и гири, это и множество-множество других, конечно же, в первую очередь традиционных конкурсов. Ну и посмотрим, чем мы сегодня сможем удивить народ. Я уверена, будет интересно. Блины на мероприятии сегодня только платные, но цены им не кусаются. Вот от 25 рублей до 65 разновидностей. Блинчик с мясом, с вишней, с клубникой и творогом их раздает. И нам, мы сейчас у нее спросим, какие блины пользуются особым спросом. Блинчики берут в основном пустые, просто кругляши. Но и спросом пользуются мед, сметана. Очень плохо беру с клубничным вареньем. Сколько всего блинов вы сюда привезли сегодня? Мы привезли всего 200 тоненьких блинчиков, кругленьких. Но еще очень у нас много с начинкой. Начинка мясная, творожная. Их почему-то пока не рассмотрели. Блины вкусные, но дорого. С медом и с клубничным вареньем. Сколько блинчиков съел? Это сколько? А мама дома блины печет? Да. Тоже с вареньем или с чем-то другим? С вареньем. С праздником масленицы. Спасибо тебе. Обширная программа завершится сожжением тряпичной куклы, которая олицетворяет зиму. По секрету нам рассказали, что внутри не поролон и не какие-то другие легко воспламеняемые материалы, которые по противопожарным нормам нельзя использовать, а обычная газета, так что кукла сгорит в считанные минуты.